Третий день мы в Голландии, второй день соревнований, и сегодня все бегут полуторку, ну и десятку, если я не ошибаюсь, ну а мы с вами покатаемся на катке здесь, на место в Амстердаме, а потом поедем на сотку на Дезельвербал. На каток мы приехали, тут снова массовое катание. Ну как массовое катание? Это не массовое катание, это на конькобежных коньках катаются, я не знаю, куча людей, и им по кайф, им реально по кайф. А внутри, потому что поразмеченные катаются более-менее, типа, конькобежцы по секундам, а снаружи те, кто катается по медленнее, должно быть наоборот. Если падает с малой дорожки, летит он на большую, и всех сбивает, получается. Это как их много! Это Роналд, президент соревнований. Ну, понимали, вот он покатался с утреца со всеми и теперь идет организовывать соревнования. Да, хорошо. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Ну что, все, мы раскатались, размялись. 2 часа у нас выезд из гостиницы, сейчас 12:30, надо покушать и уехать обратно. Вот, так что идем кушать, искать, что здесь дают, смотреть. Нет, Зайка, мы не успеем. Настюха сказала, здесь какие-то подарки раздают. Что дают? Вот. Это нам? Это подарок, да. Серьезно? Да, конечно. Они полные? Полные? Нет. О, нет? Нет. Что за подарки? Вот это круто, да? Это круто? Круто? Может... Типа нет. Может разыграть такую? Ямба. Ямба. Ямба или джамба? Юмбо. Юмбо? Ямба. Как называется правильно команда? Юмбо Фишма. Юмбо это супермаркет. Я видел, да. Да, видел. Вчера снял 50 евро с карточки. Банкоматом. С комиссией 17. Снял 65. Сколько? 65. Карточки сняла 65, а я снял 50. 15 евро комиссия. 15? Да. А? Почему? Не знаю. Где это было? В Ямбо. Ага. Это очень странно. Я знаю. Не верю. Так и живем. Показать? Где-то, да. Показать? Смотри. Я снял только 50 евро. А? У голландца. А что, у нас поедешь сегодня? Не знаю. Lipstick is colored, oh brother Joel, I know exactly what goes on. When everything you'll get is everything that you want, oh, what resets? Which would you prefer? A finger on the trigger or me face down across your floor? Oh, me face down across your floor. Me face down. Все. Я отсюда уезжаю. Никто не хотел ехать больше на сотку. И поэтому я еду один, к сожалению. У меня через 45 минут автобус, точнее трансфер от гостиницы. Ну, с катка мы уезжаем. А что за лакшери басик у нас тут? Да ты заказал нам? Да это из Беларуси приехал. Там сзади картошку хочешь возьми. Поесть. Почем? Нынче. А рубль за килограмм. Рубль чей? Наш, конечно. Ваш рубль же не стоит. Вот так вот выглядит наш хотел. Я вроде его не снимал еще. Через 20 минут выезд на Дезельвербал. У тебя есть пауэрбанк? Нет. Придется у Витька украсть. С возвратом. Прости, Витек. Так, ну шо, все? Вроде собрался. Чао.
Все, идем в трансфер. Машина, не знаю, какая должна приехать машина. И увезти меня за 150 или за 130 километров отсюда. В другой город, где будет The Silver Ball. Интересная штука, 100-метровка. Я не совсем готов к ней, правда, сейчас. Но я сделаю все возможное, чтобы показать, проявить себя, так скажем. Погнали. Это все, кто едут. Идем в машину. Только меня начинает напрягать то, что у них у всех шлема с собой. А мне никто про это ничего не говорил. Lost and broke, I feel like we can't get anywhere. Enough to feel like leaving. Hopeless, but I know that this can't be everything. We don't need this heartache. We could break away if you really want to run. Hard to keep the pace when you're staring at the sun. Let's hide away from it. Try to escape from it. See you later. Что же, окей, мы куда-то приехали. Это не похоже на каток, это ресторан-отель. Вот, вот у нас муша, да, убийца сотки. Пришел всех убивать. Готов? Нет, не готов. Он так всегда говорит, на самом деле всегда готов. Идем хавать. Хавать. Надо спросить, ты же англичанин, у вас нормально? Я слышал. Не знаю, я вообще... Ангелина, здравствуй. Как оно? Готова всех убивать сегодня? Чем? Готова сегодня всех раскидывать? Да, да, придется. Что делать? Настроена? Вообще по-боевому, как пушка. Стреляет. Видишь, даже горошек взяла сегодня. По полному буду. Помощь, да? Ну что, муж, покажи, где здесь живут. Ладно, хоть номер оплачивай. Давай, покажи. Ля, что за супер биг сайз? Просто необъятная. Большому человеку большая кровать, я понимаю, понимаю. Что у нас там за окном? Мусор. За... Серьезно? Пяу. Знаю, ну как бы вот. Я вчера катался там. Автопати раньше времени организовывают. Мне завтра еще бежать. Ладно, я шучу. Шучу, конечно. А еще ля, что можно делать? Ксения Юрьевна бы оценила. Кофейко for free. А мы новую купили. Что делать? Что есть? Зачем? Нет, к сожалению, я не столько профессионал. Тёп, что это такое у тебя за коробка лежит? И вот это, и вот это. Ты хочешь, чтобы я показал? Да, я бы ты показал. Что там у тебя? Это самая тарелка, которую дают за то, что ты призы попал на... Какая прелесть, я тут видно в отражении прям, потому что фокус на тебе. Ой, блин, классная штука, слушай. Она железная прям? Да. Нифига себе. Ты такая уже, а, ты первый раз, да, попал призы? Ну и не последний. В следующий раз попадешь в кубок дадут. Стопудово. А это что такое, это с чего? С Европой. Ну-ка, шоу-ми, шоу-ми. Ну и с четвертой кубок. Балдыш, она как будто олимпийская. Она золотая. Она прямо золото? Да. Серьезно? Проба есть, да. Прям проба есть? Это же чемпионат Европы. Да. Вот, смотри. Вон, 925-е. Охереть. Это чемпионат Европы. А это за Кубок Мира? Ну, Кубок Мира, ладно. Это, конечно, крутая тема. Я потрогал. Раньше маленькая, вот. Раньше. Тоже будет такая когда-нибудь. Надеюсь. А ты здесь знаешь, дают за что-нибудь за второе-третье место? 700 евро и 400. И стараться мы, конечно, будем все и делать все возможное, но посмотрим, что получится из этого всего. Ну что, все, время пришло. Идем на автобус. Сначала на аккредитацию, как я понял, да? Зарегистрироваться, получить аккредитацию. Что ты знаешь, что? Я не стесняюсь. Я не люблю, когда меня снимают. Сколько я понял? I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health.
when I leave this earth, hoping you'll find someone else. Приехали, каким-то муж говорит, обходными путями катались. Но главный результат, что мы здесь, да. Это отец Рон Малдер, только я знаю. Муша, подожди меня! Ну все, мы пригнали, идем регистрироваться, я не знаю, или что тут делать, приезжать аккредитацию. Там уже куча народа, я знаю, что там уже были соревнования сегодня, я так понимаю, для юниоров. Но... Что-то заполняем. Виктор Муштаков. Я. Артем Золар. Золотарев. Ой, проходи. Вон, вон. Здесь больше места. И людей нет особо. Йоу, всем салют. Это видеоблог. Значит, мы стоим и ждем лифта. Дождались. Хочешь, я здесь фотки за рулем? За рулем? Короче, тем временем, пока Тёма уехал, нас тут бежать 100 метров, другой город совершенно, мы остались в Амстере, поддерживают наших пацанов и девчонок, которые бегут полуторку. Вот. Собственно, побегут они её в такую прекрасную погодку. Посмотрите, какая прелесть. Солнышко. Ветер только немножко поднялся, а так вообще красота. Ну и лед мягенький сегодня будет, конечно. Давай, 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 пошел развод еще. Йоу, это наш медалист сегодня на полуторке. Тёма сказал подокапываться до всяких пацанов тут. В общем, я пришел докопаться до тебя, призера чемпионата мира среди студентов. Ну-ка скажи нам парочку словечек. Отбежали соревнования, свою профильную дистанцию. Могу сказать так. Ну подожди, сейчас тачка это проедет, шумят все. Спасибо тренеру, спасибо команде, всем, кто помогал. Короче, я не Олимпиаду выиграл, но... Ну хорош, ладно, поздравляем. Опа. Ну вот второй наш бегун на сегодня. Ну и что, навозил говна на полуторке? Что скажешь? Нормально, нормально, что, все, ну как. Да не, хорошо сбегал, нормально. Сам что скажешь? Да как обычно, полуторка, по ощущениям так же было, вообще ничего нового. Все то же самое. Понятно. Завтра что, бежишь, нет? Команда Волк. Правильно, конечно, мы с ним команду бежим, вот с ним и вот с этим чертом. А что такое, она села, что ли? Май, да фака. Короче, сейчас пойдем на обед кушать и красть фляжки. Лот и Джумпа. Чему что ты ставишь сегодня будет? По времени? Да. Первое будет 9.6. 9.6, думаешь? Ну, у меня, да, первое 6, 9.6. Я думаю, быстрее будет. Не, я спокойненько первые две. Не, а сколько будет выигрышный потом в конце? 9.4, думаю. 9.40, там, 5. Мы запомнили, записали. Креативчик. Виктор, а знаешь такой спортзал? Не знаю. Дороги, где все бегают? Нет, никому не знаю. Что ты обычно разминаешь перед стартом, чтобы ничего не потянуть себе? Как разминаюсь? Да. Посижу, потянусь, полежу, посижу. Это перед соткой именно. Ну не надо так говорить-то. А то дети подумают, что разминаться не надо. Я уже в отпуске. Надо побегать, потянуться, делать пару выводов. Легкоатлетическую. Да, все будет нормально, говорю. Я думаю, все будет хорошо. Делаем как Витек и будете со здоровыми ногами. Тянемся. Потянемся и бегаем по 9-4 сотку. Ох, ну все нормально. Все, на лед? Да. Вадим. Одеваемся. Давай. Он побежит на гигант, ты чего видишь? Ну, тестовая пара, наверное. Первый пошел. Смотри, о, погнал, погнал. Парень, все. Это все, это победа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Ну что там, муж? Что пишут? Я, короче, это леди? Вот, это первый раунд. Это первый? Данила Грег? Классно. Спасибо. Что, быстро? Да. С кем берешь? Да, вот. Ну, все нормальный чел, никого сильного нету. Да ладно, по-любому где-нибудь вылезет один. У меня вот уже вылез, вот, Данила Грег. Думаем, гадаем, во сколько открытие. Ну, там написано, через 17 минут, 15 уже. Минут старт. Смотрите на меня, я Павел Кулижников. Все. Все конкретно. Лысая, все, уже готово. Это самое для чего это? Для... Это для уверенности. Муша, ну как? Так. Не успели начаться старты, муж уже что-то себе там накосячил. Ладно, не помешает. Алтайскому медведю. Псу. Медведя. Медри, а на бенекант сим вы де Аньюниор Цван Куп. And in the outer lane from Australia, Daniel Grech. From Russia, with love, Artem Solotarev. Go to the start. Ready. Ja, we moeten streng zijn, Erik. Ja, het is altijd lastig natuurlijk. Je hebt het liever niet. We zijn vertrokken, dames en heren. Het is snel op dit moment. Daniel Grech doet het goed. En ook Artem Solotarev. Het is fantastisch. Solotarev met 9,92. Wat fantastisch. Первая сотка закончилась. Только я не понял, почему мне дали другие секунды. А, нет. Все те же. Пока что третий. Я думал, будет хуже. Скоро побежит муж. Следующий парень. Вау, девочка, конечно, Ангелина. Просто вынес 44. Муша газует сейчас. How are you, man? Good, good. You? Me too. You making a video? Yes, it's my video vlog. Nice. Ангелинка, смотрим, как там муж. Поздравляю тебя. Rit nummer 8. Staat hij klaar. Salt Lake City op de 500 meter. Victor Mushtakov. Deze man wordt in onder andere de Rus in het midden. Victor Mushtakov. Jawel. Wat is deze tijd op voor hem? Musha 9,78. Ну хорош, просто. Можно было и не бежать. Ну что, Витёк, не упираясь? Вообще изи. Половину сил даю. Я последние 50 метров докатывал. Так, знаешь, аккуратно. Как тебе? Не знаю, я наваливал на максимум. Чтобы не вылететь в первом же раунде. Я на самом деле сейчас уже вторую бы сбегал, потом бы отдохнул. И гранд-финал там, ну или полуфинал, финал бы уже сбегал. Пошел бы домой, да, в ванну полежать. Aan de buitenzijde, net met een misslag, maar helemaal uit Canada gekomen, Laurent Dubreuil. Artem Solotarev. Go to the start. Ready. Ja, we konden een spel voorvallen, dames en heren, we zijn vertrokken hoor. Het is de man Artem Solotarev. Nee, het is Laurent Dubreuil. Мы, походу, заканчиваем лично со мной. Я так понял, дальше будет 3 забега. Я сбегал 9.90 ровно. Дальше будет 3 забега, я 11. Поэтому я, видимо, все закончил на этом. It was full power. 95. You? Сколько процентов было? Ну, 90 где-то... 2-1-3, да? 94-93! Ну что, все, Витёк, я закончил. Теперь ты отдуваешься на собой. И за всю Россию, Витёк! Да
Сори, я подставил. Да ладно, не страшно, чё. Автограф-сессия! Все, теперь не отпустят ее. Клина уже на льду. Уже всех морально убивает. Витёк, давай, я на трибуне, ору за тебя. Давай. Ну а мы, к сожалению, вылетели. Я занял 11 место, отбираются дальше 9 человек. 9. Вот. И все. Так что идем смотреть, снимать соревнования. Сложили уже все. Уже что это такое? Это глобус такой. Глобус? Серебряный. Ну такой мячик, я не знаю. Шампусик ты профессионально разливал. Еще и рекорд Свенканка. Помните, еще и рекорд Свенканка. Ну красавчик, а. Елена, кого это? Второй раз подряд. Смотри, да, у меня теперь два шара. О, это я хорошо. Сгорел, у меня тоже есть два шара. Я теперь шарань тоже. Железными. Железные шары у меня. Вот они, наши два чемпиона русских скорохода. Ну покажитесь оба. Окей, я пошел за рюкзаком, потому что я не знаю, где он. Он остался там же, где я его бросил. А я его бросил далеко. Есть камера, сядет. Congratulations. На этом соревнования здесь заканчиваются. У нас два победителя. Ангелина и Витёк, да, из России. Я остался 11-м, к сожалению, вылетел на, получается, после второго тура из 4. Ну, что поделать, дальше больше. Пора ехать домой, наверное, скоро. Хотя есть какой-то автопат еще должно быть на втором этаже. Посмотрим. Но в 23:00 сказано, что мы отсюда уезжаем. И я хочу спать уже, потому что в Москве уже час ночи, почти, 12:30. Ну, а сейчас мы с вами стоим здесь, и меня фоткают, как будто я влогер. А я спортсмен, ну, видите, я теперь не спортсмен, а влогер. No, Corona.
Вкусно. Шампунь-то вкусный? Очень хороший прям. А ты его так разливала, как будто невкусное. Оно случайно упало. Упала? Ты его повезешь домой? Конечно, на сувениры. Серьезно? Мне уже забили ее. Лина, обязательно бутылку привези. Он не знает, he don't know. Maybe you can translate. One sentence. One sentence. Не повезло, не фартануло. Тяжело выигрывать-то, а? Сколько у вас уже интервью-то взяли? Витьки вообще конкретно берут и так берут. Так много прям? Так, а ты, получается, ты сколько уезжаешь еще? Через 20 минут. Все, на этом наши соревнования закончились. А мы едем домой, собственно. Все, Муша, давай. Удачи тебе, увидимся на России. Давай, чао. Едем домой в отель, время уже 11:30. В Москве 1:30. Получается. И как бы хочется спать, если честно. Хочется спать. Ну и мы ищем наш басик. Где он, кстати говоря? О, я думаю, это он. Все, ребят, всем спасибо, что смотрел нас. Увидимся с вами завтра в новом влоге. Давайте. До свидания. Его зацепили чехольчики. У меня как раз провались. Опа! Оказывается, что чехлы-то мы не просто так взяли. Это за мной, это... Как Рокки Бальбоа. Только так побеждают. Меня же оставили за оператора тут. Обстановка бакает. Вечерняя прогулочка, значит, у нас по Амстердаму. Я не устал 20 минут тянуться. Не курят тут. Комната спортсмена, значит. Пляшки, мармеладки. Бананы. А вот это, значит, у нас самая жесткая арахисовая паста, самая вкусная на этой планете.